посмертная маска вместо лица. Алла Пугачёва ужаснула неживой внешность. Новое фото Аллы Пугачёвой не на шутку озадачило даже самых преданных поклонников. Легендарная советская и российская певица Алла Пугачёва завершила певческую карьеру, однако продолжает вести активную социальную жизнь. Инстаграм-аккаунт Пугачёвой насчитывает более 2,5 миллионов подписчиков, а снимки певицы собирают десятки тысяч лайков и сотни комментариев. Так на днях Пугачёва обнародовала фото, где запечатлена в компании своей 6-летней дочери Вивии. «Счастье в надежных руках» подписала снимок Алла Борисовна. В комментариях некоторые поклонники отметили, что лицо примадонны приобрело на здоровый цвет. «Что с вами, Аллочка? Лицо как посмертная маска. Извините, но у вас глаза очень похожи на глаза воблы. Как-то жутко на вас смотреть. Зачем так фотошопить себя? Что-то неладное происходит с вашим лицом».